Погнали! Как ехать в Марини? По этой дороге следующая деревня. По этой дороге следующая деревня. Впереди поворот, полегче. Поехали. Дорога разделяется. Да, есть полегче. Следите за отступающими краутами. Они пойдут слева по Росичану. Впереди. Левее. Бля, крена. Гранаты раскидали свои, а. Воу, граната. Не кидайте гранату. Вперед, огонь, есть огонь. Да, больно, я знаю. Прикольно, прикольно, но не надежно. Вот так вот надежно. Лейтенант! Стойте! Командир на бат... Так, слушайте! Рота Чарли под обстрелом у церкви. Им нужны патроны и поддержка. Пошлите к ним отряд. Сэр, мы и так рассредоточены. Это приказ. Бей по нему. Пошел нахуй. Это приказ. Ты нам должен вообще ноги целовать. На пол, фрицы. Гимми. Лежать. На пол. Какой же он пленный? Он наёбщик, а не пленный! А можно я на танке поеду? Дэниел! Быстрее на дорогу! Дэниел! Ну, блядь! Я на танке хочу ехать! И куда же мы с тобой едем? Фашисты! Может, к тебе в гости? Уху, едем на пати. Если тебя остановят, твоя легенда должна быть идеальной. Мы вернули землю французам. Юху! Салют! Юху! Назад пути нет. Франция вернулась для пати. Мадам, как насчет свидания? Война не закончена. О, бонжур! Лю мадам! Как вы? Интересно, она пойдет со мной на свидание? Или она так и умеет только автоматом всех бить? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Как я и обещал, выпуск в пятницу будет готов. И он готов. Вы можете оставить смешной комментарий, я их читаю. Ну или просто оставить свое мнение о ролике. Следующий видеоролик будет, наверное, в воскресенье. Я сделаю нарезку самых лучших моментов. И он будет готов. И всем пока. Я по вам буду скучать.
show you how to be a G. Drop it.